have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Сегодня у нас новогодний Shark Bite, и будем пытаться... О, подарок упал, видел? Да, это я их сбил. Лови! Иду уже ловить. У чувака рога, он сначала мне показался как гаечный ключ, просто увидел не с того ракурса. Вот так вот, что за говорит? Так, ладно, ты еще живой? Да. А, я могу только за акулой наблюдать, ладно. Подарки сбиваю. Кто подобрал? Ты подобрал, не? Ну, я подобрал. А, я ты прыгаешь. Подбираю подарки. А почему ты без лодки? А, потому что... Потому что сейчас схавают. Меня не схавают, я про. Многие акулы не любят вкус про. Он слишком тяжелый. Тяжелый. О, тут можно квест получить? Да. Ну, не квест. О-хо-хо, привет. Как мне заработать наградку? Сбивай подарки. И приходи, когда у тебя будет достаточно для награды. Угу. Акула Рудольф 20 подарков. Снежкомет 80 подарков. Паровоз. Лодка-паровоз 180 подарков. Я хочу накопить 180 подарков. RGB-акула? RGB-акула? Серьезно? Да. Блин. Там есть еще и RGB-санки. RGB-санки, да, я видел. Ладно. Это звучит интересно. Вон еще летят подарки. Но, в принципе, их хватает на каточку. Их нужно просто сбивать и подбирать. 2, 3, 4. Здесь лодка без владельца. 5, 6 шаров я вижу. Это только с этой стороны, вон 7. Нет, в принципе, подарков норм. Если акула не сильно агрессивная будет, то можно насобирать и штучки 3-4 за катку. Но это так, теория. Я еще ни разу не был в каточке вот в этом году. Поэтому пойдем посмотрим. Я пытаюсь ловить санки, потому что они крутятся, и они без владельца. Их невозможно остановить. С Рождеством. Обычные санки. Их покупать надо или их получать нужно было? А их вообще уже не получить никак. То есть это уже все, раритет, да? Да, это самая старая лодка вообще, в принципе, в этой игре. Из эксклюзивных. Это самая первая. О, смотрите! Лодка. Эксклюзивные санки 2020 есть. То есть вот такие вот красные уже не получить, но можно получить белые. Или получить, или купить. Дайте мне уже словить эти тупые санки, а. А, вот, смотри, да, есть. А, не у меня есть, прикинь. У меня тоже есть. У меня есть санки 19-го года и санки 20-го года. А это просто нужно было зайти вовремя на ивент или что? Блин, лодка гроб, офигеть, снята с продажи. Но, видимо, это было на Хэллоуин. Мы на Хэллоуин не заходили. Там есть еще одна крутая лодка. Я сюда не заходил на Хэллоуин, к сожалению. Так, что у нас тут еще? Стелсовая лодка. Как же корабль монстр, летучий корабль, Flying Dutchman. Сейчас. О, его можно, я могу скоро купить уже. Круто. Неплохо. На что ты копишь? Я пока не знаю, у меня просто, ну вот, подводка 2000, но у тебя есть подводная лодка, мы на ней плавали. Я вообще-то, ну блин. Я тут собираюсь. Да ну, на дестройер 6000 копить, это слишком долго, на мой взгляд. Интересно, ладно, посмотрим. Как раз интермиссия, мы сейчас посмотрим, как это все пойдет. Мне всегда нравится, как они тут атмосферу делают, запускают, да, снежочек. Да. Итак, кто у нас будет акулой? Надеюсь, и я. Что, подарки хочешь пособирать? Сработал закон подлости. Надеюсь, не я. Ага, именно ты, чувак. Именно ты. Так, а зеленые санки от какого года были? А зеленые санки 2019.
Нет, 19-е это вот эти самки, вот эти 20-го. А зеленые? Значит, 2018. Блин, логично, как никогда. Ладно, я пойду на своем гиганте. Я за тобой буду охотиться. Да ну нафиг, дай я подарки постреляю. Ну ладно. Ты же знаешь, чтобы взять подарок, тебе нужно выйти на воду. Выйти из своего корабля. Ну и чё? Ладно. Блин, а я еще и обратно... А, нет, у меня есть лестница, чтобы попасть обратно. Выпускайте кракена. Это я, акула тупорылая. Почему ты тупорылая? Просто голова молот. О, я вижу тебя, селедка бешеная. Эта акула гораздо быстрее и меньше нормальная. Ням. Ну, ням сказал. Где? А, это ты. Да, отстань от меня! Прости, не заметил. Да блин, когда я тебя съем уже? Так, наконец. А как видно, что я... Ты мою лодку схавал? Я? Твою? Нет. А-а-а. Я не ем твою лодку. Да, это не моя лодка, да, ты прав. Я, минуточку, а как считается, я под... А, вон, два подарка... А, за... Прикинь, за одну штуку два подарка, крутяк. Ну это по-разному, то 4, то 7. А, то есть даже так? Да. Слушай, тогда собрать там, не знаю, 100 подарков, 200 подарков, в принципе, не такая уж и проблема. Блин, надо было маленькую лодку брать, чё же я так тормознул-то? Я взял большую, потому что я к ней привык. Надо было маленькую, я бы меньше времени потратил на то, чтобы забраться на лодку, доплыть до подарка. Блин, тут эти невидимые лодки тупые. Поворачивай, корова. Король дрифта здесь. Уи-ха! Так, сейчас надо будет понасшибать подарков, тут их дофигища. Это ты? Блин, ты. Это коты? Это ты. Да, это я. Понимаешь, мне здесь просто нужно найти кое-каких людей, которые в невидимой лодке. Раз. С пушками. А, так ты единственный. Два. Ты что, всех съел уже? Да. Ну, сейчас я быстро эти подарки соберу и можешь хавать. Ну, ладно. Это было легко. Серьезно, ты всех схавал? Да. Просто нажми на тап. Что тап? Вот нажми на тап, и да, ты единственный. Ты слышишь? Нет, смотри, ночь. Там о, подарки такой... подсвечиваются. Не, мы выиграли. Что? Там чувак чей-то такой говорит, да не, мы выиграли. Вон, еще один подарок сейчас соберу. А, да, за это тоже два дали. Блин, долго так. Надо маленькую лодку брать, чтобы охотиться за ними. Маленькую и быструю. Потому что вот так вот... А? С золотыми подарками очень много подарков. И за ними охотиться. Так. Это ты? Да. Вон, последний подарок сейчас забираю. Можно убивать? Да. У тебя как раз мало времени остается. За тем подарком я уже не успею, даже если бы у меня было время. Так. Да, прыгай ты скорее. 40 секунд. Я? Такая моторная лодка. Все, приятного аппетита. Блин, за этот один дали. Я. Мне мало времени. Мне надо выиграть. Ням, ням, я сказал. Так, 5 подарков, на самом деле неплохо. Я очень не хочу стать акулой, я серьезно говорю. Так, а когда ты тратишь... О, кстати, да, прикольные ласты. Вот это у тебя лицо. Да круто же. Круто, круто. Я рад, что 2020 прошел. Обычно люди так и радуются, с таким лицом.
Так, интермиссия закончилась, хорошо, поехали. Наконец-то я не буду акулой. И акулой будешь ты. Нет. Ладно, Анжелика будет акулой. Так, выбирай, на чем поедем, на санках? Кидай приглашение. Вот. Поднимай, брат. Да. Мы поедем хорошо. На пингвине. Хорошо, пусть будет. Он стоил денег или ты его получил? Он стоил зубов. 100 он зубов, стоил прикинь. Зубов. Это стоило зубов. Так. Ну что, поехали. Я буду сбивать, ты подплываешь. Это гудок такой? Вот это наркомания. Ой, это подарок? Нет, это буёк. Мне нужно немножко подарков на... Собирай, собирай. Так и не. Мне не нужна акула. Нет. Акула здесь. Ой, ой. Да она не съест нашего пингвина. О, прикинь, за каждое попадание зуб дают. Ты что, не знал? Такого не было раньше. Давно было. Эй, давай, залазь. Да сейчас. Гони, шеф! Блин, за каждое попадание... Подарок! Вот туда гони, развернись! Направо! Здесь направо! Здесь подарок! А, ну хорошо, забирай. Я пока за другим сгоняю. Золотой подарок! За золотой подарок, едем с золотым подарком, все. Я... Стой! Всё! Ну, золотой можно... подарок! Ну, там был подарок, который я сбил. Ладно, где золотой? Ну, там. Блин, я повернуть не могу. Нет, золотой подарок гораздо круче и дороже. Надо сбить золотой. Стой, 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 здесь! Стой! Ну раз уже здесь, дай я подберу. А я тогда подберу золотой подарок. Ладно, фиг с тобой. Блин, акула играть не умеет. Ну нам же это выгодно. Ну да. Вон, фига. Вон еще один подарок вижу. Я получил 5 подарков золотого подарка. Ты меня подберешь, не? Подберу. Тут два подарка рядом, я сейчас их заберу. Не, реально вот так по воде можно прыгать, и это святая походка называется. Десять. Хочу ли я получить... Акула! Хочу ли я получить Рудольфа акулу? Я на есть тебе! Тебя что, слышали? Нет. Я попадаю. Гони, шеф! Бей, акул, бей! Я-то бью! Так, вперед за подарками, дальше. Утка, уйди, тут пингвин плавает. Наркомания! Хорош! Переверни нас! Да блин, что за крутое пике! Я не знаю! Остановитесь! Я не понятия, как это происходит! Акула? Ну все. Здесь есть одна перевернутая утка, мы могли бы ее взять на абордаж. Так. Бабы-бабы-бабы. Нет, не здесь. Я не могу... А, я могу сесть? Нет! Так, шел за подарком. Акула сейчас проиграет. Нет, 10 секунд, я не успею за подарком.
Успею. Фух, на последней секунде забрал его. Все, мы выиграли. Подводное плавание. Ладно, нормально, 13 подарков. Ищи 20 зубов за выживание. Она вообще никого не съела, офигеть. Следующая лодка будет еще круче. Дудочка. Дудочка. Арсенчик. Дурочка. Ну, видимо, он это и подозревал, ну ладно. Вот здесь можешь на крутую пушку купить за 1000 зубов. RGB акула. Ну, RGB акула за 1000 зубов, да. Я хочу Steam Train Bot. Да, Steam Train Bot хорошая тема. Приглашай. Сейчас. Еще никто не видел такую лодку. It's the most wonderful time of the year. Старик, я с тобой согласен. Это самое лучшее время года. А, тут, кстати, нарисовано, как будет выглядеть RGB акула. И как она будет выглядеть? Вот. И можно получить турель саночную. Так, давай нам сразу к подаркам. Да. Великий акул выпущен. Великий акул. Больше на кита похоже. Стой, 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 вон видел подарок? Давай к нему. Забираешь, не? Я беру. Молодец. Стой. А я не управляю. Так управляй. Акула! Иди, ешь меня! Подарок, блин, хотел взять. Кусок я санки. Акула, блин. Кусок санки откусила. Управлять. Я знаю, мне сейчас надо всплыть. Ай, блин. Управление. Ребенка ты тупая. Все. Есть. Да я нажимаю вперед, ничего не происходит. Да я повожу, у меня. Я избрана, я умею этим. Давай, поводырь. Так. Мы... Да, ты избранный, я тебя понял. Блин, я там вижу отличный кусочек лодки, который можно управлять. Отличный кусочек лодки. Да блин, она вообще не хочет подарком есть. Ну да, такой человек. Да я лучше пойду и возьму этот кусочек лодки, да ну его нафиг, все, я ухожу. Ладно. Надеюсь, будем ходить по воде. Ой, что это там, что-то голубое. Смотри, видишь? Вижу, вижу, давай посмотрим, может подарок? Да. Странный вот. Подарок. Это подарок? Нет. А что это? Какой-то камень. Выглядит интересно. Я на нем могу стоять. Поздравляю. Блин, лодку так, это, санки так погубили слишком быстро. Ну, надо было подводную лодку брать, мне кажется. Ну да. Надо подводную лодку брать. Так, вот наши санки. Так, отлично, подарочек оформлен. Давай на следующую катку подводную лодку. Да, давай. Пятнадцать. Если ты будешь рабочим, да, работай. И... Так. Так, тут среди обломков, вот сейчас я этот подарок заберу. Я надеюсь.
Но таким образом просто слишком долго получается, что пока ты до него допрыгаешь, даже если не брать в учет, что тебя сожрут там или что-то такое, просто тупо слишком долго. И нафига я сюда пёрся? Кто тебя знает? Зачем ты всё? Ты там сбил подарок, нет? Какой подарок? Не сбил? Нет. Он улетел, но обещал вернуться. Так, твое предложение, что можно делать в этой ситуации? Дождаться конца раунда, выиграть 20 зубов, пойти в лобби, взять подводную лодку. А я думал яхту. Ты кто? Яхта большая, по-моему. Я вон первую карточку с ней играл, но не знаю. Она быстро. Она немножко не предназначена для ловли подарков. Из нее пока выберешься, пока заберешься, дофига времени потратишь. Слушай, здесь есть очень крутая лодка. Ну? Очень быстрая. Но у нее такая мелкая управляемость. Мелкая управляемость? Акула просто ливнула, что ли? Слушай, это мог бы накопить на этот большой корабль с зубами. Так раз. я же говорю, он стоит 1500. Да. Ой, я могу купить Рудольф акулу. Смотри, я тут наполовину твою родственницу нашел. Что? Где? Вот. Наполовину родственницу. Наполовину. Так. Давайте интермиссия сейчас закончится. А как мне купить акулу? О, инфекция, блин. Сейчас будет не до подарков. Когда ты хочешь взять какую-то штуку, то у тебя подарки не отнимаются. А, серьезно? Да. А, это круто. Хорошо, бери лодку. Ты что, взял эту, что ли, да? Что взял? Что, ты, ну, что ты купил только что? Подумал. А, ну я взял Рудольфа. И у тебя не забрались подарки? У меня не забрались подарки. Надо еще 4 подарка. Блин, это на самом деле классно. Спасибо разрабы, что так сделали. О, еще одна. Вон туда, налево. Вон подарок прямо перед нами. А, налево? А я думал направо. А я думал сова. Какие же неудобные звуки издает этот лодка. Блин, где оно? Вот. А, сейчас я заберу, стой. Есть. 17. 1 дали. Да, блин. Ой. Сядь. Так. Где у нас еще? Вон, за тебя подарок. Сзади меня. Видишь, за островом шар? Сзади. Там 2 шара. Шарики. Даже 3. Комарики. Впереди нас сбил. Вперед! Что? Вперед! Вот там такой вперед! Подарок. Ну вот же он! Почему я не могу сбить тот подарок? Никак не могу попасть. Бери с упреждением. Не пошар я. Блин, почему их по одному стали давать-то? О, забирай. Это подарок такой. Есть, забирай. Ой. И нафига я так далеко поехал? Стой, ко мне. Да я к тебе. О, не, она разворачивается. Тебя чуть не украли. Так, вон впереди 2 подарка, видишь? Где впереди? Там впереди. Ну да, вы вынырни. Стой! Вот они, справа. Вот, забирай. Так, надеюсь, вот этого мне сейчас хватит. Пусть за это дадут 2, очень хочется. Стой. Я хочу тоже Рудольф акулу после этого получить. Не то, чтобы я акулой когда-то становлюсь. Блин, тоже 1! Ну, серьезно, за последние 3 подарка по одному дают. Ну как так-то? Ну,
Поехали, мне нужно еще один. Вот, стой, слева, 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 слева. Слева? Ну раз... Золотой. Да, пойдем. Я сейчас его возьму. Ладно. Это твой гудок? Да, это мой гудок. Как у паровоза. О! 4 штуки. Так, все, отлично. Рудольфа я уже могу получить. Сейчас мы после карточки его купим. О, еще один золотой подарок. Сбивай, это твой. Слева от нас два подарка, прям рядом с нами, смотри. Знаю, знаю. Слушай, у меня есть идейка. Что если, вот давай сейчас не будем собирать. У меня есть очень хорошая идейка, вот и собираем. Ты хочешь подобрать лодкой? Да. Интересно. Да, подобрался. Ну, у меня, он мне подобрался, ты мной подобрал просто. Так, если я не сейчас возьму этот подарок, я буду зол. Забирай! Мне пофигу на эту акулу, как ты знаешь. Там золотой подарок. Так. Чего так золотых подарков много, это слишком хорошо. Подбирай, справа от тебя. Ну лодкой подобрал бы, чё ты? А, вот нет. А, вот фиг. О, уже третий подарок. Супер. Я не думаю, что мы успеем еще что-то подобрать. Полминуты осталось. О, там еще один подарок. Акула! Да пофигу на эту акулу. А, нет, не пофигу. Блин, меня схавали, серьезно. Я не мог двигаться. Ты живой еще? Я акула. А, ну то есть тебя тоже схавали. Ну я реально двигаться не мог, ну как-то. Я кого-то съел, мне 5 зубов за это дали. Я двух съел. Нормально. И все равно остались выжившие, нормально, хорошо. Двое. Так, где там этот Рудольф Акула? Вот. Нужно поговорить с Дедом Морозом, и скажи ему, отдай мне акулу. Да. И все, ты ее получил. Супер. Все, ребятушки, тогда, наверное, на вот такой прекрасной ноте мы получили Рудольф Акулу, мы, наверное, будем заканчивать серию. Приходите, играйте, здесь классно. Поэтому мы надеемся, что вы будете наслаждаться этим режимом так же, как и мы. А ты опять стал акулой. Ладно, ребяшки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.